Привет, мои любимые гайсы! Если вы хотите откосить от школы, то посмотрите данный видеоролик до конца. Ну что же, погнали! Первый способ. На 3 градусник об штанину. Это довольно хороший способ, который сделает на градуснике температуру. Только ты же смотри, следи за градусником, а то он бомбанет и ничего живого не останется. Ну что же, чуваки, второй способ! Идешь к маме и говоришь, что у тебя болит голова, либо же живот. Если вам повезет, то она вас оставит дома. Ну что же, чуваки, третий способ! Но третий способ довольно прост. Правда, придется чуточку пострадать. Чтобы выполнить третий способ, вам нужен лед. Конечно же, наш любимый лед. Просто берете формочку, заливаете туда воду, ставите в морозильник. И потом, конечно же, этот лед едите. Я, конечно, так не пробовал и не буду пробовать, и не рекомендую вам пробовать. Ведь это, ну как же вам так сказать, это очень мучительный способ. Ну что же, давайте четвертый способ, чуваки. Четвертый способ связан с ключами. Если у вас мама по утрам ходит на работу, например, ну мне этот способ, конечно, не подходит, то просто ей в сумочку потихоньку ложите свои ключи. И когда она вас закрывает, вы звоните такой и в панике. «Мама, мама, ты забрала мои ключи!» И когда она вам скажет «возьми запасные», то вы просто ложитесь спать. Если она вас спросит, почему вы не пошли в школу, то просто скажите «я не нашел запасные ключи». Пятый способ. Нужно коту положить градусник под мышку. Коты у котов, то есть, отличается температура от людской, но приблизительно у них это нормальная температура 37 градусов. Да, чуваки, поэтому можете смело коту ложить градусник. Я, конечно, так тоже не пробовал. Ну, все же, я думаю, что выйдет, ведь я видел это в многих роликах, чуваки. Ну что же, шестой способ. А шестой способ я вам вообще не рекомендую. Но его вы можете сделать, если в натуре хотите откосить от школы на недельку, либо же две. Просто идете на улицу, там ждете 30 минут, если там холодно, просто так, в полуодежде, например, в шортиках и в маечке. Да, там вы стоите 30 минут на улице, и все, чуваки. Далее заходите в дом и идете в ванну, пополощите ноги холодной водой. Я так не пробовал и не буду пробовать, потому что, ну, как вам сказать, я, конечно, может, и заболею после такого, но лично я не хочу так болеть, ведь это будет вообще жестоко, чуваки. Ну что ж, теперь... Ну а седьмой способ самый простой. Просто вы должны под данным видеороликом поставить лайк и поставить комментарий с хэштегом «Ненавижу школу, чуваки». Ну что же, давайте поставим лайки, напишем комментарии и посмотрим, сколько нас, школьников, которые ненавидят свой класс, свою школу, и вообще ненавидят куда-то либо ходить. Ну что же, чуваки, давайте все, всем пока!